21 сентября в Казани и в 79 городах нашей страны прошел «Кросс-нации-2014». Традиционный день бега был организован в столице Татарстана уже в 11 раз, и в этом году на старт вышли более 24 300 любителей бега. «Кросс-нации» прошел на площадке, прилегающей к стадиону «Казань-Арена». Участие в забегах по традиции приняли спортсмены, профессионалы, ветераны спорта и все сторонники здорового образа жизни. В самом массовом забеге приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, студенты вузов и СУЗов, действующие спортсмены, ветераны спорта, работники государственных и общественных организаций. Традиционно в программу «Кросса нации» вошли семейные забеги. В этом году в семейных забегах приняло участие 19 семей. Ветеранам спорта предстояло преодолеть дистанцию 2,5 километра, спортсмены стартовали на дистанции 5 километров, для юношей 2,5 километра для девушек. В рамках Всероссийского дня бега Комитета физической культуры и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Республики Татарстан был организован Казанский легкоатлетический полумарафон. Участие в нем приняли более 70 человек, которым предстояло преодолеть дистанцию длиной 21 километр. Все победители и призеры были награждены медалями, кубками и дипломами и памятными призами. Оргкомитет «Кросса нации 2014» благодарит глав администрации районов города, управление образования, комитет по делам детей и молодежи, управление культуры, управление здравоохранения, управление ГИБДД по городу Казани, управление МВД РФ по городу Казани за оказанное содействие при проведении «Кросса нации». И свое выступление хочу закончить приятным сообщением. В рамках проведения «Кросса нации» в этом году в ВИП-забеге с огромным отрывом победу одержал руководитель исполнительного комитета города Казани Денис Геннадьевич Калинкин, показав отличную физическую подготовку. Спасибо.